Че, Юра, куда собрался? Итак, летим в Москву на выставку Шваба. Покажем свою колясочку. Там мы жили, ночевали, а не жили. Вот она, гостиница космоса. Погнали. Поднимаемся по красной дорожке. Короче, едем мы с 9-го съезда фармацевтической и медицинской продукции. Едем мы в сторону Красной площади. Кстати, в центре Москвы беда с доступностью. Здесь и по реврике постоянно. Если бы не эта коляска, короче, мы бы встряли по полной. Это что?
что-то, хотели на Красную площадь попасть, не можем попасть, потому что тупо даже дорогу не можем перейти, потому что здесь подземные пешеходы везде. То есть на обычной коляске мы, я не знаю, сможем до тут добраться отсюда или нет. Сейчас, походу, придется спускаться по пешеходному переходу подземному. И там переходить только дорогу, то и непонятно как. Ну, мало того, что лестница, еще вот такие вот порожечки, тоже буквально элементарные вещи не могли решить. Да. Но нам пофиг, мы поедем. Вот мы в подземном переходе. Там еще впереди лестники опять. Короче, на простой коляске полная задница. Фиг куда проедешь, куда заедешь. Ура! Есть пандус. Я, конечно, не понимаю, для чего он здесь. Да, куда дальше подниматься? Да, хорошо, что он здесь есть. Ну что, знак инвалид? Как, Юра, считаешь, залезем, нет? Да.